Попроси сейчас любого назвать символы Оренбургского края. Ответ будет моментальный. Газ, нефть, пуховый платок. Подумав немного, еще кто-то добавит Бузлукский бор, Пушкина и Пугачева. Но так ли оно на самом деле? Что есть символ края? Региональная символика – это те отличительные черты, которые показывают Оренбуржье на уровне России и за ее пределами, понимаете? А мы замкнулись вот в региональной символике, то есть мы сами внутри региона показываем друг другу. Анатолий Петрович предлагает свою оригинальную концепцию современного позиционирования Оренбурга, неоднократно бывшего в центре геополитических интересов России. Всего им выявлено несколько сотен символов. 967 символов. Куница, значит, степной орел, оренбургский каравай, степь, тюльпан и так далее, кони. Вот у нас муниципальные гербы, гербы муниципальных образований Оренбургской области. Там 7 или 8 территорий только коней включили в символику герба. Многие символы и значения безвозвратно утеряны. Кое-кто считает, что основание Оренбурга вообще ошибка, его не должно было быть. Но он есть, есть мы, жители степного города, плохо знающие свою историю и замкнувшиеся в цепочке привычных понятий. Книга «33 символа Оренбурга», а 33 – это просто красивое число, не более, дает ответы на многие вопросы. Остроумные же рисунки Светланы Караваевой не дадут нам забыть, что Оренбург – это центр Евразии, в котором есть и газ, и космодром, и бескрайние поля, и густые леса, и небывалая красота, которая называется… Чернова, Никита Плотников, новости дня.